Всем привет, это канал Pocket Go, и сегодня мы будем эволюционировать одного из популярных покемонов, который ассоциируется у многих с жаждой. Третья форма Сквиртла, Blastoise. Чувствую, сегодня кто-то получит большую порцию воды. Итак, ребята, чтобы собрать нам Сквиртл третьей формы, понадобилось 5 дней. Шучу. Понадобилось около 10-15, я уже не помню. Как только я начал играть, я собирал Сквир. Это самый противный покемон, потому что, чтобы его ловить, мне понадобилось не 1, 2, 3 покебола. Они очень часто убегали. Я действительно очень долго его ловил. Я думал, намного быстрее это все получится. Но не тот-то было. Сейчас я вам покажу, что у меня есть. Смотрите, у меня есть Сквиртл на 548, самый сильный из всех других Сквиртлов. Вот у меня 94 конфеты, сейчас мы шестерых отправим на трансфер. Но мне не нравится, что 4 деления. Но, ребята, у меня есть еще Вартатл. У меня сначала был прокачанный до 2 уровня, а теперь, и смотрите, у него 2 деления. Я сегодня поймал, твою мать, 5 делений. Интересно, если я его улучшу, у меня эти деления уйдут или останутся 5? Не знаю, что делать. Ладно, рискнем. Рискнем и улучшим все-таки 816 Вартатл. Была не была, ребята, поехали. Отправляю на трансфер 6-х Сквиртл. Как сказать, житие, бытие или как паси на Руси. Неважно, там, кстати, на улице мега-трэш происходит. Бьет гроза просто без остановки. Я такого ни разу в жизни не видел. Я думаю, там засел Пикачу и остался с первого выпуска. И, наверное, они со Сквиртлом под конец нападут. Сквиртл будет водой прыскать. Но, надеюсь, этому не бывает. Хотя, с моим везением, я не удивлюсь, если и под дождь сейчас попадем. Ну что, последний Сквиртл у нас идет отдыхать. Нет, я его оставлю на всякий случай, мало ли. Пусть он будет. А вот этого мы отправим домой к доктору. Ну что, ребята, настал этот истинный момент, над которым я очень много трудился. Напишите потом в комментариях, отправили бы вы Вартатла с 5 делениями на эволюцию в надежде, что оно превратится в одно. Давайте смотреть. Одно деление, одно. Я сейчас не про комбат пауэр вообще даже говорю. Одно деление и... Вот это покемон, ребята, вот это масса, вот это пушки. Я пока не знаю, как его назвать. Я думаю, имя у него появится после боев. 1355 и одно деление, ребята, одно деление. Но все равно напишите в комментариях, рискнули бы вы улучшить покемона. Я, честно, я не знаю, одно будет, два. Но 1355 на самом деле не так много, не так, как я предполагал. Потому что 855 Вартатл был. И, ну, хотелось, конечно, побольше, 1600 хотя бы. Погнали его сейчас протестим. Итак, ребята, мы подошли к вышке, которая находится рядом с моим домом. Это вышка, которую я постоянно штурмую. И сейчас будет эпический бой, потому что на этой вышке стоит Драгонайт и, внимание, Russian Bolt.
И сейчас Бластас именно будет стоять против Russian Bolt. И мы посмотрим, кто из них настоящий папа. Кто настоящий болт, кто настоящий доминатор. Поехали. Два водных покемона, правда, Бластас у нас не в фаворе, потому что 1300 силы против 1591, ну, практически разница 250, но это мелочи, ребята, как вы знаете, 200 здесь особо не решают, шучу, решают здесь 200. Ну что, попробуем, пока не начался дождь. И тут у нас снова отличная команда разработчиков Natic. Просто отличная работа. Такой огромный трафик капает, и до сих пор нельзя усовершенствовать игру, не усовершенствовать движок. Уже начинает капать дождь, игра висит. Натик, сколько у вас людей играет в вашу игру? Почему вы не можете уважительно к ним относиться? Хайпанули, на голову вот так вот все упало. Все, что есть, и этим довольны, как говорится. Опять про почту России пошутить. Еще раз грузим. Заходим. Вторая попытка. Натик, удиви. Начинает капать дождь. Вы не видите, но там буквально минут 10 назад есть, видите, наверное, значит, видите. Гроза просто вот сейчас поджарит мою Натик. Ну, ёбаный, да, молодцы, со второй попытки. Это рекорд. Поехали. Будем стараться доджить Гейрадоса. Поехали, все, понеслась. Смотрите, неплохо болт, собственно, бьет. И получается у нас, только сейчас задоджили, наконец-то. Начинается дождик, ребята, очень что-то напоминает. Два модных покемона. Два водных и модных покемона. Безусловно, модных. И начинается капать дождь. Я думаю, это что-то значит. Смотрите, Бластас у нас. Уходим от суператака, и мы от нее не уходим, ребята, не уходим. Аха-па-па-пам, уворачиваемся, не получается, застревает почему-то палец на телефоне, кидаем суператаку, смотрите, Russian Ball, что происходит, у нас есть все шансы, доджи, Бластас, бей, уходи, суператака, не успеваем, или что это, сука, что это? Ребята, я не понял, что это было. Мы вроде бы живы, а вроде и не живы. Ну, Russian Bolt порешал. Бластас, безусловно, неплохо себя показал. Давайте попробуем еще раз, чисто ради вот интереса. Мне очень интересно, что будет, если я отнесусь к этому поответственнее и наслюнявлю пальчик, чтобы у нас он скользил лучше по телефону. Попытка номер два. Интересно, даст нам Натик эту попытку? И не дает нам Натик эту попытку, и я Натику показываю вот так вот. Вот так вот еще раз я показываю, я еще немножко подержу. Кайфану и отпущу. Не дает нам Натик второй попытки, перезагружаем нашу игру. Ждем, конечно же, еще раз. У нас же так много времени, почему бы и нет? По-любому попал руководитель Почты России, по-любому в Натик. Просочился со своим отличным видением. Начал давать мастер-класс по мобильности компании, как нужно подходить уважительно к своим клиентам. Ну, может быть, хотя бы Go прожмется. Ребят, это какой-то... Я надеюсь, все-таки выйдет какое-то обновление. Это специально, как бы, знаете, затишье перед бурей. И что-то будет супер-мега-отлично. Вот я транслирую и снимаю видео по этой игре. Вот что может человек, новый обыватель, подумать об этой игре? Он будет в нее играть, если вот такая вот херня происходит? Естественно, он играть в нее не будет, потому что она тупит. Она недоработана. Сколько эта демо-версия может продолжаться, ребята? Ладно, в нее 5 людей бы играло там. Тысячи, в нее миллионы играют, десятки миллионов играют. Эти цифры падают, я думаю, они будут падать абсолютно не потому, что игра будет надоедать, а потому что такие косяки происходят. А что будет, когда зимой? Конечно, я надеюсь, что все-таки они думают над чем-то грандиозным, и что-то нас ждет впереди очень интересное. Не грузится игра, ребят. И дабы не разбить телефон, как это произошло с ноутбуком, я думаю, мы закончим этот выпуск. К сожалению, он получился так. Я думаю, Бластас сможет взять реванш у Гейрадоса, и мы это устроим, но не в этом выпуске. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем покеда!